Сегодня в программе тренировок упражнения с собственным весом. В качестве тренажера ступени трибун центрального стадиона. Спортсмены тренируют мышцы ног, бегая и прыгая по лестницам. Сейчас у нас идет второй сбор. Первый у нас был в Парамонов, в Московской области, тягивающий. Сейчас у нас идет основная подготовка здесь. 3 дня занимаемся, 1 день выходной. Все основные упражнения – прыжковые упражнения, беговые тренировки. В Сочи на сборы приехал основной состав сборной России по натурбану. Это такая разновидность санного спорта. Отличие от классики – спуск по естественной ледяной трассе. Вид спорта не олимпийский, но очень популярный в мире. Россия сегодня занимает в натурбане лидирующие позиции. Мы в тройке наряду с Италией и Австрией. Кстати, именно в Австрии в этом году пройдет чемпионат Европы, к которому наши спортсмены в Сочи и готовятся. На сборы приехали сильнейшие. Вот, например, штурмует лестницу Екатерина Лаврентьева, многократная чемпионка мира и Европы, самая успешная в России представительница натурбана. А это Юрий Талых. Он завоевал серебро нынешнего чемпионата мира. Впервые в истории нашей страны такой успех в мужском одиночном спуске. Планирует в новом титуле выступить не хуже и на Европе. Психологически мы тоже, конечно, готовимся к каждому старту. Все зависит от подготовки. Конечно, будет, может быть, какое-то напряжение, что вице-чемпион мира будут как-то по-другому уже смотреть соперники. Но будем показывать результат. В Сочи сборная будет тренироваться до 8 сентября. Отсюда спортсмены отправятся по регионам, где продолжат готовиться к предстоящим стартам уже на местах. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.